приехали мы в Ростов на ЖД вокзал. Вот в Ростове нас целый поезд. Я не знаю, сколько тут вагонов. Это все раненые 300-е с войны. Встретили у нас тут хорошо. Вот это вот гражданские все люди. Гуманитарная помощь. Раздают одежду кому надо. Шорты, майки. Вот это все кормят обычные люди. Готовили еду. Всех желающих, кто хочет, подходишь, ешь. Все, что хочешь. Тут любая еда, может быть, торты даже есть. Все есть. Удивлен я, конечно. Ну, как я и говорил, что все держится на обычных гражданских людях. Если бы не они, наверное, эту войну мы давно бы уже просрали бы. Вот в очередной раз хочу сказать большое человеческое им спасибо.